они все равно отсюда не выведут, даже если ты такое сделаешь. Все равно не выведут, им похуй. Поверь мне, выведут. Не выведут, поверь мне, не выведут. У нас руководство дурное. Нас я звонила этому начальству, я вам сказала, то может быть это 300 или 200. Либо у него еще кто-то умирает. Наигрался я уже войнушку, наигрался. Ты не подвыпивший? Подвыпивший. Ты сейчас в снаряде стоишь? Да. И со мной разговариваешь? Да. А командир что на это смотрит? Да ничего не скажешь, но все пока сам понимаешь, что это. Не вздумай ничего с собой делать, пожалуйста. Сделаем. Не вздумай. Сделаем. Ничего, сейчас перезади, перепроду автомат, что слышал. Я тоже сделаю, поверь мне. Зачем ты будешь это делать? Зачем ты это будешь делать? Тут уже все пару доходят до отчаяния такого, то что пойдут сейчас, блядь, скоро, нахуй, и кинут этому командиру полка нашему гранату в окоп, нахуй. А он не спешит отсюда выходить, потому что знает, что Калининград не пизд***. Потому что руководство флота, Балтийского флота, начальника корпусов, корпуса этого, начальника корпуса, он за ним завел на этого заваску, на скамера полка, два уголовных дела. Хорошо, говорю, еще не будешь ругаться кое-что? Да что? Я вены резала. Чего? Вены резала. Ты что, с ума сошла? Нет. Не вижу, да. Короче, слушай, только без фанатизма, без всего. Короче, выехать тебе сейчас очень сложно. Сейчас такая херня, они могут тебе сделать, ну, не то, что именно тебя, вообще. Типа того, что предатель Родины, всякая херня, всякая натита. Тебе надо сейчас, ну, грубо берем, там, сегодня, завтра, делать, уключать Васю. Прийти в медпункт и говорить, что у меня сильно болит голова, давит там на уши. Мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь. И при пацанах там, ой, и натягивать каску, блядь, на глаза. Понял, на все на свете. Сказать, у меня шумы какие-то в голове, не пойму, что такое, что такое. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо. У меня сильно болит голова, чтоб тебя могли вывести. Я сейчас, наверное, скоро туда-сюда уже вернусь. Что, инфа какая-то есть? Нет, руку сломаю. Да вон, нажрись нахуй, блядь, самогонки, блядь. Чтоб пьяный был, вообще похуй будет, я отвечаю. Нажрись нахуй, танка, блядь, пиздались нахуй. Ладно, чтоб, блядь, я не сломал. Да-да, блядь, это не вообще... Прыгай, нахуй. Овощем приеду, блядь, пиздец. Прямо руками вперед так-то, прыгай, блядь, как щучкой в воду, нахуй. Все нормально у вас? Хуй, все. Говорят, кольцо взяли вас. Да, так и есть. И что, доставать-то будут? У нас ничего не осталось уже, ни воды, ни еды, ни связи уже нету. Какие дела? Они не наступают на вас и ваших вас, да? Ну, сегодня пока... Но они везде вокруг, короче, стоят, везде. А говорят, еще это, седьмой рота вообще там 40. Да. Вообще никого не осталось, по-моему.